Дорогие солигорчане, для всех нас, пожалуй, нет более долгожданного и душевного праздника, чем Новый год. В нем соединилось все, что способно сделать нас счастливыми. Тепло домашнего очага и прощение старых обид. Радость от реализованных планов и рождения новой мечты. Единение с близкими и вера в то, что самые лучшие пожелания непременно сбудутся. Уходящий 2019 год принес нам много разных событий. Для каждого он запомнился чем-то своим. А в историю солигорщины войдет прежде всего как год 95-летия образования нашего района. На протяжении всего года мы вспоминали историю развития и становления нашей малой родины. Самые яркие и знаковые страницы отразились в мероприятиях, участие в которых приняли многочисленные солигорчане. В 2019-м вместе со всей страной мы праздновали 75-летие освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Уходящий год стал для нас и годом двух важных государственных кампаний – переписи населения и выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Солигорчане оказались одними из самых ответственных граждан. В обеих кампаниях мы приняли активнейшее участие и высказали живой интерес к происходящим в государстве событиям. Я благодарю всех солигорчан за понимание, доверие и активное участие в жизни города и района. Мы многого достигли, но еще больше предстоит сделать. Главным приоритетом для местной власти остается рост благосостояния наших жителей. Не прекращаются работы по улучшению жизни на Солигорщине. На протяжении года мы развивали дорожно-транспортную инфраструктуру. Завершаем строительство здания для размещения аппарата МРТ. Ведется освоение земель 21-го микрорайона. Мы вместе строим и сеем. Добываем подземные ископаемые из недр нашей богатой солигорской земли. Развиваем промышленность и сельское хозяйство, культуру и искусство. Мы учим и лечим, спасаем и охраняем покой, растим детей и строим планы на счастливое будущее. Мы вместе. Спасибо вам за это. Новогодние праздники – время ярких впечатлений и радостных встреч. Собравшись за праздничным столом, мы по традиции с благодарностью проводим старый год и с верой в лучшее встретим новый. В эти особые дни, наполненные приятными хлопотами, в каждом доме царит атмосфера праздника. Звучат искренние поздравления и строятся планы на будущее. Пусть наступающий год станет для вас и ваших близких годом ярких идей и добрых дел. Будет щедрым на везение и удачу. А новогодние праздники наполняют жизнь радостью и оптимизмом. Принесут достаток и добрые перемены. С Новым годом, друзья! С новым счастьем!